Отстранение сборной России от зимних Олимпийских игр может привести к резкому падению интереса к мужскому хоккею, полагает журналист Джеймс Эллингворд. Об этом и других последствиях недопуска России к соревнованиям в южнокорейском Пхёнчхане в свежей публикации от канадского издания CBC. Олимпийские игры 2018 станут первыми с 1994 года, на которых не будут выступать игроки НХЛ. И запрет на участие России может еще больше уменьшить значимость и зрелищность мужского хоккейного турнира на играх. Если не будет России, ситуация в лыжном спорте также сильно изменится. На февральском чемпионате биатлонист Сергей Устюгов завоевал 2 золотых и 3 серебряных медали. Если он и его товарищ по команде Антон Шипулин не смогут принять участие в Олимпийских играх 2018, это откроет новые возможности для норвежцев, а также для таких стран, как Финляндия, Италия, Канада, Германия и Франция. Агентство Grace Note Sport составило виртуальную медальную таблицу, которая на основании недавних результатов спрогнозировала возможные победы на Олимпиаде. Согласно оценке, Россия могла взять 21 медаль, из них 6 золотых, а это 5-е место в общем медальном зачете. Таким образом, запрет на участие российской сборной в играх открывает перед многими странами новые возможности. 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта. К такому нейтральному статусу прежде уже прибегали в тех случаях, когда страна находилась под санкциями ООН, как в случае с Югославией в 1992 году. Такое же решение было принято и в прошлом году, когда МОК отстранил сборную Кувейта из-за вмешательства правительства в спорт. Американская теннисистка Серена Уильямс вернется на корт в январе 2018 года. Стало известно, что спортсменка подала заявку на участие в Australian Open и готовится к своему возвращению на корт после родов. Экс-первая ракетка мира делала паузу в карьере, во время которой сыграла свадьбу с Алексисом Оганяном и родила ребенка, дочь Алексис Олимпию. О заявке Серены сообщил директор турнира Крейг Тилли. У нее есть виза, она в составе участниц и уже тренируется. Нет сомнений, она выступит у нас и попытается побить рекорд Маргарет Корт. Для нее это очень важная цель. На счету 36-летней Уильямс 23 победы на турнирах серии «Большого шлема», что является рекордом открытой эры. Однако лучшей за все время существования игры по данному показателю остается австралийка Маргарет Корт. На ее счету 24 титула. Открытая эра в современном теннисе началась в 1967 году. Именно тогда теннисная ассоциация решила положить конец разделению тенниса и уравняла в правах любителей и профессионалов в своих турнирах. До этого в течение 40 лет профессиональный и любитель теннис были строго разделены. Как только игрок становился профессионалом, он не имел больше права выступать в любительских турнирах. О значимых событиях из жизни боксеров рассказывает ESPN. Мексиканская легенда Эрик Моралес, звезда в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко и американский боксер-профессионал Рональд Райт включены в международный зал боксерской славы. Так, Кличко первым из украинцев был удостоен этой чести. Официальная церемония состоится следующим летом. Это мечта многих боксеров. Я думал об этом, но никогда не ожидал, что однажды и мое имя появится среди имен легенд, которые всегда были для меня примером, таких как Мухаммед Али, Майк Тайсон и многих других всемирно известных боксеров. Отреагировал на новость Кличко. Международный зал боксерской славы базируется в Коннектикуте, штат Нью-Йорк. За последние годы его членами стали Ленокс Льюис, Майк Тайсон, Костя Дзю, Артура Гатти, Оскар Де Ла Хойя, Риддик Боу, Хулио Сезар Чавес и многие другие. Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо тоже был удостоен высокой чести, только уже за пределами мира бокса. Бывший чемпион мира в 8 весовых категориях стал полковником запаса армии Филиппин. Мэнни еще в прошлом году с головой ушел в политику, но при этом не завершал боксерскую карьеру. «Сегодня я успешно защитился на тесте своего командира и получил звание полковника», написал Мэнни на своей странице в Инстаграме. В своем последнем бою Мэнни Пакьяо в Брисбене со скандалом уступил Джеффу Хорну и потерял титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. Ранее сообщалось, что Пакьяо в следующий раз может сразиться со звездой UFC Конором Макгрегором. Продолжение темы. Радостные события произошли и у Тайсона Фьюри, на этот раз в личной жизни. Как пишет таблоид Sun, экс-чемпион мира в супертяжелом весе стал счастливым отцом уже в четвертый раз. В спорте дела 29-летнего бойца в последнее время идут не лучшим образом. Его карьера полна скандалов и интриг, но на семейном фронте у Тайсона все стабильно и благополучно. Родившуюся девочку назвали Валенсией Эмбер, о чем счастливый отец сообщил в своем инстаграме, прикрепив фото новорожденной.